правила прохождения технического осмотра меняются чуть ли не каждый год. В первую очередь это касается штрафов, стоимости услуг и перечня автомобилей, которые обязаны ее проходить. Какие нормы актуальны в 2023 году? Кто и с какой периодичностью должен ее проходить и кого, когда и как накажут за отсутствие диагностической карты? Об этом, обо всем в сегодняшней передаче. Есть статистика? Я могу сказать, да, у нас по технеисправности у нас небольшое тут снижение. Знаете, таких ДТП у нас очень мало. В основном самое тяжелое, что происходило у нас, это из-за вот взрыва колеса. Были такие моменты, что взрыв, но это потом уже опять же доказано экспертизы. Основные происшествия технической неисправности уже после ДТП мы выявляем. У кого-то не оформлено газобаллонное оборудование есть. Оно сейчас очень, как бы, люди экономят на топливе. Вот такие моменты. У кого-то стекло тонированное. У кого-то это тоже как идет, как техническая неисправность. И потом мы уже, как сопутствующая причина ДТП, может быть, это не являлось происшествием, причиной, но мы все равно их выявляем и даем оценку вот этим действиям водителя. То есть он затонировался, поехал, ДТП совершил. Он попал в ДТП, может быть, даже он и не виноват. Но у него есть сопутствующие причины, которые мы должны отреагировать на эти причины. Что бывает за серую диагностическую карту? Уже, знаете, как сейчас... Очень сложно, и сейчас просто очень серьезная мера ответственности введена за вот эти серые карты у самих, у кого, возможно, их украли, взломали, там, их не там, у них бывает, там, как называется, эти аккаунты, их не там, где у них есть, все же в доступности. Кто-то, у нас же были, почти у нас были документы, что взломали там программу этого технического станции ПТО, и кто-то выписывал технические карты от их имени. Сейчас это невозможно. Сейчас проводится ТО даже обычного транспортного средства, обязательного фотографии автомобиля. И кто проводил ТО, полис ОСАГО не выписывался в связи с отсутствием технической карты. То есть они должны быть вместе выдаваться. То есть если я получаю полис, я должен получить технические карты. Соответственно, не все это хотели. И недобросовестные, скажем так, люди у нас, страховщики, сразу проездили эту тему, начали сразу выписывать, хотя машина там не была никогда, друзья. Нет. Сейчас это очень сложно. Сейчас техосмотр только при обычного транспорта, каждый день, при перерегистрации, то есть при изменении права собственности, осмотр обязательно тем, у кого он по закону прописан. То есть если 2 года, 3 года, машине там не нужен, а то ваш стаж при оформлении обязательно нужно пройти техосмотр. Но по вашему мнению, техосмотр обязательный или... Я считаю, что обязательный. Потому что у нас не всегда, в связи с тем, что мое мнение, что техосмотр обязательный. Потому что у нас не всегда есть возможность достаточно хорошо обслужить и отремонтировать свою автомобиль. Для того, что начнем с того же цены. Очень все дорого стало. Плюс ко всему, не всегда это можно пойти и купить просто так. То есть нужно заказывать, ждать что-то. А вот так просто все было, короче, шел, купил, там отремонтировал, поставил. И не всегда у нас люди, у нас в основном же видите, да, как бы состав, сам подвижной состав поменялся. Очень много автомобилей иностранного производства. И мы думаем, что мы иномарку купили, и все, она будет ходить там без автомобилей. Техника имеет такое свойство ломаться. Поэтому не всегда надо посмотреть, что-то увидеть сами. Ездить, пока не сломается. Вот именно на техосмотре, как бы, мы смотрим, реально они показывают нам. Почему-то мы когда там схождение развал делаем на автомобиль, да, что машина прямо там ехала, мы всегда бежим и диагностику смотрим. Можем что-то поменять, потому что когда это все восстанавливаем, я имею в виду подвески, из-за какой-то детали одна, она может не восстановиться. Поэтому мы бежим и сразу стараемся посмотреть, что-то поменять, что-то поставить и уже там год-два туда не заглянуть. Поэтому здесь это делалось всем раз в год. И, да, там были там недостатки, были, не, вот, скажу так, прямо злоупотребление, не заезжали там, она как бы превращалась. Там мы поищем, поехали, друзья там все взяли, документовал, там быстро делали. Опять же, когда вот это все же было отдано на предпринимателей, гражданских лиц, там ответственность, в принципе, на жилье. А вот когда с автобусами начались проблемы, у нас автобусы были там по 20 лет, потом по 25 дней, там очень старые. И здесь уже гражданских просить надо было спрашивать, попадать вообще. ДТП несерьезные. Поэтому правительство решило, что нужно отдать эту категорию под присмотр госавтоинспекции. Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, госорганы устанавливают жесткие требования к состоянию автомобилей. Для этого водители должны регулярно проходить технический осмотр транспортного средства, включая мотоциклы. Специалисты проверяют транспорт на соответствие требованиям безопасности, которые установлены российским и международным законодательством. В отличие от техобслуживания, во время техосмотра выявленные недостатки не исправляются, а только фиксируются в диагностике.
диагностической карте. Сама карта оформляется в электронном виде и хранится в единой автоматизированной системе технического осмотра. При этом проходить техосмотр для того, чтобы приобрести полис ОСАГО, не требуется. Он продается без этого условия. Раньше техосмотр был обязателен для владельцев любого транспорта. В 2023 году правила изменились. Теперь эта процедура является добровольной за исключением такси, автобусов и грузовиков. Они проходят техосмотр в обязательном порядке. Остальные могут приехать на станцию техосмотра по желанию, если с даты выпуска автомобиля не прошло 4 года, владелец не менялся, в конструкцию машины не были внесены изменения и если вы не планируете выезд на автомобиле за рубеж. Однако в Российском союзе автостраховщиков считают, что техосмотр все же стоит пройти в любом случае, в том числе потому, что при подозрении на неисправность ГИБДД может остановить автомобиль для последующей проверки. Если поломка подтвердится, это повлечет за собой запрет на передвижение с вызовом эвакуатора и штраф за нарушение правил эксплуатации автомобиля. Мы затрагиваем тему, да, во время изучения правил дорожного движения. Есть специальная тема отдельная, называется «Неисправности и условия допуска транспортных средств к эксплуатации». Ну, показываем обучающие видео, видеофильмы, да, также стараемся на примере тоже. Есть у нас двигатели, да, стенды двигателя, коробки передач, на которых мы демонстрируем, показываем. Вообще, с конца 2021 года техосмотр уже не является обязательным только для определенной категории транспорта, да? То есть, если у нас автомобиль, легковой автомобиль или мототехника находится в личных целях, да, физического лица, им не обязательно проходить технический осмотр. Также, если же автомобиль, легковой автомобиль и мототехника, также грузовые автомобили до 3,5 тонн, если им от 4, то есть от 4 и более лет, они уже проходят, должны проходить техническое обслуживание при регистрации транспортного средства, да, постановке на учет. Также, если это транспортное средство было в дарении, да, если подарили, там пришло наследство, тоже так же, когда мы будем ставить на учет, также мы должны будем пройти техосмотр, и нам должны выдать диагностическую карту, по которой нас поставят на учет. Также, если же периодичность, то есть если машине от 4 до 10 лет, то периодичность идет 2 года. Раз в 2 года автомобиль должен проходить технический осмотр. Ну, 10 лет со дня выпуска транспортного средства. Уже после 10 лет техосмотр проводится 1 год. Раз в год. Также грузовые автомобили более 3,5 тонн и также автобусы, они проходят технический осмотр. Если автомобилю, то раз в год они проходят технический осмотр, раз в год. Есть и также транспортные средства, которые относятся к перевозке опасных грузов, они проходят технический осмотр раз в полгода, раз в 6 месяцев. А вообще технический осмотр – это же проверка, да, транспортного средства на техническую его исправность, и также он необходим для того, чтобы установить на соответствие транспортного средства его к эксплуатации, да. Если, так сказать, может ли это транспортное средство быть выходить на дороге, да, общего пользования. Если автомобиль технически неисправен, то это небезопасно для так же, как для водителя, так и для окружающих. Поэтому это необходимость, которую должны, ну, следуют все водители. Также наши автомобили, да, автомобили, которые обучают курсантов, они тоже так же, да, проходят раз в год, как обязательно по правилам, обязательно должны проходить раз в год технический осмотр транспортных средств. Вообще, даже каждый водитель, когда учит, обучает его, есть такое, как техническое обслуживание. Это ежедневное техническое обслуживание, да, ТУ-1, ТУ-2, вот. И каждый водитель обязательно должен следовать этим. То есть всегда смотреть свой автомобиль, есть ли какие-то там неисправности, утечки, и всегда, ну, стараться приходить в сервис, да, и эти все неисправности устранять.
Поэтому как водитель, да, как и многие другие водители, чтобы быть уверенным при езде, да, за рулем, чтобы быть безопасным как для себя, так и для окружающих, всегда проводить технический осмотр и техническое обслуживание своего транспортного средства. В начале и в конце процедуры машину обязательно сфотографируют. Снимки вместе с результатами осмотра затем загружают в единую автоматизированную систему технического осмотра транспортного средства. На снимках должны быть четко отображены госномер, марка, модель и цвет автомобиля. Поэтому перед техосмотром его лучше помыть. Также на фотографиях должна содержаться информация о времени съемки и географические координаты места диагностики. Все идентификационные номера автомобиля, кузова, рамы и кабины должны соответствовать указанным в документах. Иначе в процедуре откажут. После проверки эксперт-техник проверит тормоза, рулевую рейку, двигатель, колеса, шины и другие части. Весь процесс обычно занимает около 30 минут. Если все в порядке, в диагностической карте появится отметка о том, что транспорт безопасен и им разрешено пользоваться. В случае технических неисправностей в карте поставят отметку о необходимости их устранить. На это отводится 20 дней, после чего надо снова пройти осмотр. Пройти техосмотр можно в любой аккредитованной станции по всей стране. Место регистрации автомобиля и владельца при этом значения не имеют. Например, если машина зарегистрирована в Краснодаре, а сам водитель живет в Элисте, он может пройти процедуру в одном из этих городов, а также любом другом. Для прохождения техосмотра понадобится паспорт владельца транспорта, транспортное средство ПТС, а также свидетельство о регистрации транспортного средства или любой другой документ, идентифицирующий автомобиль. Начинаем проверку транспортного средства с проверки ВИН-кода, со сверки ВИН-кода. X78-32-21-31-4-00-2170. Все верно? Верно. Все. Проверка суммарного люфта рулевого колеса. Средний люфт 13-25, норма. Допустимо на этом автомобиле до 20 градусов. Так, садись за руль, стекло опускай. Потихоньку, не торопись. Все, на нейтралочку ставим, ногу с педали тормоза убираем. Плавно тормозим. Еще сильнее. Все, отлично. Выезжаем, второй осью заезжаем. Тормозим плавно. Отпускаем. Ожидаем. Ручник. Отпускаем. Опять ручник. Отпускаем. Отлично, выезжаем. Относительная разность тормозных сил на первой оси 1%. Допустимо на дисковых тормозах до 20, не более 20 должно быть. Вот вторая ось 10%, на барабанных допускается 25% разницы. Это прям, вот эти показатели отличные. Стояночный тормоз 41%, это удельная тормозная стояночного тормоза, должно быть не меньше 25. Чем выше этот, тем лучше. Поворот левый. Правый. Стоп. Габариты. Задний ход. Аварийка. Стоп! Проверка ближнего и дальнего света.
сила света и правильность регулировки. Ближний включаем. Отлично. Дальний. Отлично. Ближний опять. Не-не, пока только ближний. Дальний. Отлично. Омыватели, очистители. Сигнал. Хорошо. Сейчас коррекция нуля произойдет. Так, замеряем глубину протектора шин транспортного средства. На автобусах в летнее время должно быть не менее 2 мм. В зимнее не менее 4, это на всех транспортных средствах. Здесь 7 мм глубина протектора. Это прям лучше, чем хорошо. Это проверка выхлопных газов. CO, CH, ну вредность. Какой выхлоп у него? Ну, здесь CO должен быть не более единицы, CH не более 400. Здесь прям отличные показания. CO 0,42, CH 145. Отлично. Чуть назад сдай. Здесь будет производиться проверка рулевого управления и тормозных шлангов автомобиля. Рулевое будет проводиться на стенде, а тормозные шланги визуально будут проверяться. Рулевое управление, тормозные шланги в норме. На этом проверка транспортного средства закончена. Данный автомобиль прошел все нормы по всем параметрам. Замечаний нет. С 1 января тарифы на техосмотр в среднем выросли на 57%. В большинстве регионов ставка составляет 913 рублей. Однако в некоторых субъектах придется заплатить почти вдвое больше. Владельцы мотоциклов отдадут за техосмотр 321 рубль. Для автобусов тариф составит от 1560 рублей до 1880 рублей. Для владельцев грузовиков от 900 до 1960 рублей. Если водителю положено проходить техосмотр, но он этого не сделал, штраф составит 2000 рублей. Причем штрафы могут приходить каждый день. Чтобы этого избежать, в итоге все же придется оформить диагностическую карту. При этом, согласно новым правилам, владельцев легковых автомобилей и мотоциклов, если они принадлежат физическим лицам и используются в личных целях, штрафовать за отсутствие техосмотра не будут.